Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы хотим с вами поговорить о том, как правильно обращаться с деньгами, что говорить деньгам для того, чтобы к вам только приходили деньги и никогда не утекали деньги из вашего кармана, из вашего кошелька и из вашей жизни. Итак, друзья, если говорить, что денег нет, запомните, их никогда не будет. Особенно мы часто читаем это в комментариях, когда люди пишут, что у меня одна пенсия, ха-ха, как, что за ерунда. Смотрите, вы сами осознанно говорите о том, что вы не имеете денег. Вы говорите о том, что Вселенная вам не будет давать эти деньги, потому что вы считаете, что вы не можете получить деньги, потому что вы на пенсии, вы сами себя ограничивали. Поэтому никогда не жалуйтесь на безденье, на безденежье, чтобы не привлечь темную энергетику в вашу жизнь. Особенно есть еще такое слово, часто произносят, что финансы поют романсы. Особенно вы говорите, возможно, так своим друзьям, родственникам или малознакомым людям. Таким образом вы можете сглазить. Далее, друзья, при расчете деньги нужно подавать всегда правой рукой, а вот брать именно левой, так как считается, что это помогает приумножить финансовое благополучие. При этом не стоит брать деньги из рук в руки. Так можете взять чужой негативный энергетический посыл. Если нужно взять купюру из рук в руки, стоит держать в ладони небольшой предмет из дерева. Таким образом будет погашен весь негатив. Также нельзя носить деньги в рваном кармане, сумки с прорехами или разваливающемся кошельке. В таком случае просто деньги вываливаются из вашей жизни. Также никогда нельзя иметь пустой кошелек, и мы об этом неоднократно говорили. Одних банковских карт недостаточно. Положите хотя бы одну монетку. И по монетке стоит разложить и по разным углам дома. Так деньги будут привлекать, таким образом будут привлекать и деньги в ваш дом. Но время от времени эти монетки нужно брать в руки, с ними говорить, общаться, потому что все-таки они притягивают отрицательную энергетику. А нам нужно, чтобы приходили именно денежная энергия. Также запомните раз и навсегда, что отдавать долги следует строго утром, ну, до обеда, на крайний случай. Вечером нельзя ни брать, ни давать деньги. Далее, мелочь на дороге поднимать нельзя. Вообще лучше ничего не поднимать, даже золото. Возможно, на него наговорили даже что-то нехорошее. Нельзя и наступать на деньги на дороге. И запомните раз навсегда, деньги любят тишину, и никогда не хвалитесь своими доходами. Вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете, что вы делаете на эти деньги, куда путешествуете и так далее, и так далее. Деньги любят тишину. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы услышимся в следующем видео.